Участница трех паралимпиад Ольга Сергиенко открыла в Югорске секцию волейбола для инвалидов. Сменить свой спортивный профиль метательница копья решила сразу после игр в Лондоне. Тогда, рассказывает спортсменка, ей позвонил главный тренер сборной России по паралимпийскому волейболу и предложил собрать команду к чемпионату страны. Сейчас в коллективе 15 спортсменок, из них половина здоровые, остальные с поражением опорно-двигательного аппарата. Но разницы между собой волейболистки не чувствуют, поскольку играют сидя на полу.